По итогам 10 месяцев общие расходы на логистику в китайском общественном секторе достигли почти триллиона долларов. Это на 3,3% выше, чем годом ранее. Тем не менее, темпы роста в годовом исчислении замедлились на 0,7%. Общий оборот логистической отрасли с начала года превысил 27 триллионов долларов с ростом в 6,1% годовых. Таковы свежие данные китайского логистического информационного центра. Если говорить о ценах, они растут немного быстро. Это не очень хорошо для стабильности рынка. Быстрорастущие цены поднимут издержки производителей. Если говорить в целом о ситуации за 10 месяцев, спрос стабильно растет. Операционная эффективность логистики в общественном секторе также повышается.